такую классную песню переводит вот это. Я рождена для любви. Маш, ты что ревешь? Опять же своим автогеном? Тьфу, автандилом подцаплен. Чё? Бросил тебя? Это мухомор обглоданный. Так где же он другую такую дуру себе нашел? Чё, не дур, дурака? О, паразит, а? А как под нормального-то маскировался? Машка, не реви! Не реви! Возьми на него порчу напусти! Что значит, ты в это не веришь? Ха! А ты помнишь, как я своего урода заполучила? Приворотным зельем, водка называется. Месяц его поила, чтобы он ЗАГС от почты отличить не смог. Потом привела, говорю, распишись в получении бандерольки. Он расписался, ничего не жалуется, пусть только попробует. У меня для этого амулет специальный есть, сковородка называется. Очень хорошо действует, с размаху. Чё, слышать о нем больше не хочешь? Это ты зря. Кому ты глухая нужна-то будешь? Маш, ну ладно, ну возьми себе другого заведи. Ой, да ладно, все мужики одинаковые. Две руки, две ноги, посередине сволочь. Ну где-где, ну хоть в транспорте. Знаешь, как они нам пристают? Ой, недавно один ко мне пристал, говорит, ваш билетик. Я говорю, я замужем. Он говорит, билетик, билетик. Потом вообще обнаглел, говорит, пройдемте со мной. Я говорю, с какой стати? Он говорит, это моя работа, ну проститут, не иначе. Ну, еле от него отвязалась. Хорошо, у меня в сумке амулет чугунный был. Маш, а еще знаешь что? Давай объявление дадим в газету, в раздел знакомств. Ну, что значит, не знаешь, что написать? Иди возьми ручку, сейчас напишем. Ой, ну, песня классная, я рождена для любви. Взяла ручку, да? Пиши. Значит так, тебе 40 давно стукнуло? Недавно. Пиши. Юная. Размер у тебя какой? Все тот же, 58-й. Пиши. Миниатюрная. Автоген твой давно свалил? Чё? Почти месяц? Можешь спокойно писать, девушка. А детям твоим сколько? 18-20, пиши. С двумя прелестными малютками. Хочет познакомиться с мужчиной. Что за вранье получается? Мне нравится, вранье получается. Маша, а что ты хочешь написать? 40-летняя, толстая, страшная баба с двумя болтусами, ищет холостого идиота. Ты мою свекровь помнишь? Она мне еще кажется живого царя видела, Ивана Грозного. Недавно объявление в газету дала. Романтическая девушка ищет надежного спутника жизни. Возраст значения не имеет. Знаешь, как деды повалили. Мы, конечно, потом сбегали, они думали, там телятинка, а их суповой набор встречает припудренный. Один юноша 80 лет на костылях был, убежать не смог. Так что я теперь при новом свекре. Не-не, размеры свои не указывай. В них мужики всегда путаются. Звонят и спрашивают. Говорят, скажите, 160, это рост или вес? Одна так надоела, она взяла и брякнула. Размер бюста. Знаешь, что началось? Кошачья свадьба. Конную милицию пришлось приглашать. Что? Слишком короткое объявление у тебя получается? Маш, ну ты же не Достоевский, не роман, идиот пишешь. Тебе живой идиот нужен. Ну про хобби что-нибудь напиши. Что значит нет никакого хобби? Ой, ну мне нравится. А ты удивляешься, почему он свалил? У женщины у каждой должно быть хобби. Не реви, сейчас придумаю тебе хобби. Значит так, хобби, ля-ля-ля. А, Машка, яичницу умеешь готовить? Угу. А сосиску сварить? Пиши. Хобби. Эротическая кулинария. Чего хочешь написать, чтобы мужик посимпатичнее был? Ой, я не могу. Маша, ты хоть одного мужика видела, который себя орангутангом считает? На иного без валидола и взглянуть невозможно. А он нос задирает, как будто у него Ален Делон папа, а Филипп Киркоров мама. Пиши, что я тебе сказала. Через месяц мужик косяком попрет, как лосось на нерест. Или как кто? Маш, при чем здесь мухи? Маш, на мед летят пчелы. А мухи летят совсем на другое. Так что мухи это скорее мы, бабы. Летим неизвестно на что, да еще радуемся при этом.